В Удмуртии запустили производство дизельных тепловых пушек. Тепловентиляторы «Калашников» выпускают на Ижевском заводе тепловой техники. Они способны нагреть воздух за минимальное время и работают даже при температуре до минус 40 градусов. А работа на дизельном топливе делает прибор автономным и экономичным в использовании. Кроме того, тепловентиляторы можно использовать и в нежилых помещениях, и на открытом воздухе. Ежедневно на предприятии собирается около 300 таких тепловых пушек. А к 2025 году предприятие собирается выйти на производительность в 20 тысяч изделий в год. Это позволит заместить более половины рынка дизельных тепловых пушек. Также на заводе собирают электрические тепловентиляторы и инфракрасные обогреватели. А в разработке у предприятия находится еще 16 новых проектов. Всего здесь ежедневно выпускают до 2000 единиц теплового оборудования. Продукция очень востребована на стройках, особенно за Уралом и в Сибири. Поэтому в сентябре объемы производства планируется дополнительно увеличить. Хороших вам новостей!